Все, спасибо большое. Ну да, неплохо, да? Вчера Патриот выиграл, тоже рад. А вот чел, который выиграл вчера, он то же самое говорил, типа только создал аккаунт, буквально на днях, там вчера он вроде говорил, но это было вчера, то есть позавчера он создал. И тоже выиграл Патриот. Ну да, неплохо. Ну знаешь, как первая тачка, это очень даже классно, заля, тачка. Реально, там все бомжи на скутерах ездят, ты ездишь на Жигулях черных. Бандит. Еще Дигл, знаешь, будешь покупать там АК, будешь гонять пацанов. Думал, как фомап заведется галочкой. Это 20 уровень, а сейчас только 5. Даже нету вроде 5. Думаю, разыграть что-нибудь прям дорогое такое, ну, знаешь, классную тачку, и как-нибудь другие условия устроить, там, каких-то забег, допустим. Это будет влиять не рандом, а... Дубинки нету, не бойся, дубинки нету. Человек. Да что эти долбоёбы? Сейчас, повтори, пожалуйста, я просто не слышу. А, да, но они мне недоступны, пока Фома не вкатит. Вот единственное, есть корабль, но нету людей, чтобы на него идти. А, защищать корабль. Ну, там вот эти Марвелы, они постоянно там сидят, но Марвелы, там, короче, чел из моего города. Главное, я с ним нормально общаюсь. Возможно, ну, договорюсь, чтобы они нам специально корабль отдали. Это хороший пиар для Фомы. Сейчас админ починит, подожди. А то не едет. Да, блядь, на нуба РП играем. Да сейчас, ну сейчас посмотрю, может в багажнике есть. Ну сука, в мой багажник. Блядь, нету. Ладно, погнали. Блядь. Парни, блядь, отходите парни, нахуй. Блядь, сиди нахуй отсюда. Ты чё нахуй охуела, ты, ёпта? Кабан нах. Ты же мне бабки и давал, дура нахуй. Ты что, забыл меня? А, это ты! Бля, я думал, да, это Алекс. А вам помогать надо? Вы чё вообще делали, нахуй? Мы толкали Жигу, это моя Жига. Ну теперь этого чела будет, который садится. Выиграл в розыгрыш. А зачем ты ехать? Гидру поставил? Куда ехать? Блядь, тяжелая хуйня. Окей. Okay. Ну, короче, мне больше интереснее розыгрыши проводить. Ну, потому что, во-первых, так, у меня сейчас новичков много в фоне.
И так я помогаю вам, прежде всего, а я, ну, это очень хорошо для, как бы, репутации моей личной, и, конечно, то, что здесь новички, это плохо, но надо же... О, Виталий, где мои номера, друг? Смотри, у меня фома есть. У тебя есть фома? Давай, выходи из своей, бля, ЛСД хуйни ебаной. Будешь замуж у меня, друг. Чел, живу. Че, братан, нормально катать? А, ну ты как всегда замученный, понимаю, лох ебаный. Все, давай. Успехов. Чекай, розыгрыши еще будут. Не-не-не, я вот с челом побегаю. Попижу. Куда?